Футбольная национальная лига ушла на зимний перерыв. Клуб «Химки» отправился в отпуск. Однако домашняя арена в эти дни не пустует. Вместо красно-черных на химкинском газоне тренируются футболисты московского «Динамо». У руля команды новый главный тренер Кирилл Новиков. Мы работаем последние две недели, потому что на нашей базе начался ремонт наших полей, чтобы быть готовыми к началу следующего сезона. Поэтому мы здесь занимаемся на данный момент. Нас очень гостеприимно здесь встретили, поэтому никаких проблем нет. Стадион находится рядом с базой, всего 10 минут езды. Кирилл Новиков, воспитанник «Динамо» и тренер молодежной команды, возглавил клуб в начале ноября после серии неудачных игр бело-голубых. За месяц работы он уже успел оправдать ожидания руководства. Под его началом футболисты обыграли фаворитов премьер-лиги «Локомотив» и «ЦСКА». Впереди заключительный тур чемпионата и встреча с лидером РФПЛ «Зенитом». Это лидер нашего футбола. Команда играет в Лиге чемпионов, обладает двумя равноценными составами, футболисты высокого уровня, поэтому будет сложно. Это, наверное, самый сильный соперник в нашем российском чемпионате. Тем интересней посмотреть, что мы из себя сейчас представляем, да, в игре именно с таким соперником, который борется за чемпионство. Заключительный матч первой половины сезона бело-голубые проведут в гостях 6 декабря, после чего премьер-лига отправится на каникулы до марта. Футбольный клуб «Динамо» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы. Что же касается родной химкинской команды, то красно-черные вернутся к тренировкам 15 января после углубленного медицинского обследования. Химки начнут подготовку ко второй части чемпионата ФНЛ на сборах в Новогорске. Напомним, футболисты завершили первую половину сезона на 3-й строчке.